Но все мое детство было посвящено музыке. С 6 лет я занимался в музыкальной школе, затем в музыкальное училище. И, в общем-то, все было связано с музыкой, все мои мечты были связаны с музыкой. И мне кажется, что вот главный вот этот момент как раз вот то, что мои родители, в общем-то, меня, еще такого совсем несмышленного человека, ни о чем не мечтающего, просто привели в музыкальную школу, и я буквально с первого дня влюбился там, в музыку. Наверное, так.